Худел, худел, ваш того экраня. Ну а репо жилет и девять сюда, кенгуру. Хуй помнит, сколько дул, прыгал, как пожестче, сер. Что ты валишь теперь, если что? Отвечу тебе плоско, у тебя плоский мозг. Молодого ревы, да богу, чё меня не кинет, это даже неплохо. Мой фристайл иногда как вот так, вот зато заебиться на я тебе скажу. Одна рука делает вот так, другая вот так. Я читаю не как тупак, но богу, это пустяк. Мои ритмы так, тебе не нравится, парень? Можешь поправить, у тебя что-то сзади поправить, а? Позвал, будто я дебил. Неважно, меня не прут эти стайлы, потому что я валю только фристайлом. И неважно, что водка тут меньше, чем воды, потому что у нас вот-вот-вот. Смотри сюда-сюды. Я говорю тебе четко, но повторяйся, блядь, у меня в голове водка. Как говорил, на голове фонтана. Меня ждет мама, она волнуется, думает, что я курю граммы. Да нихуя, я курю килограммы. Я курю килограммы, только табака. Да ты не табака, я против полгода назад. Я тебе отвечаю, больше причесывай, ведь у тебя длинные волосы, или так зачесывайся. Да не, на тебя не гоню, я тебе просто руку пожму за то, что ты стришь, ты сейчас молчишь, или ты просто спишь, ответь мне на вопрос. Я руку тебе пожму, потому что мы одна семья, и не важно, что у нас вот семья. Я, ты, он, она, потому что нас, и мы все одна семья. Не прет так, ты меня снимаешь так, потому что я делаю бак-бак-бак-бак-бак. Кто-то пришел послушать тут нас, а что? Потому что у меня раз, два, глаз, два. Потому что че? Пояс спроси. Нет. Пора взял зайчику, но это не беда. Пояс, прости.